Хорошим мальчикам и девочкам за рулем Дедушка Мороз вместе с инспекторами ГИБДД дарит подарки. Праздничная акция прошла на Шереметьевском проспекте днем в четверг и вызвала бурный ажиотаж у автомобильного сообщества. Инспекторы останавливали машины на свой вкус и напоминали водителям правила дорожного движения. Просили исполнить стишок или спеть песенку. Знаете, какой-нибудь для нас, для сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочка, что-нибудь нам рассказать, там, снежок связан с Новым годом, песенку, может, песенку, давайте, ну-ка, давайте-ка. Давайте. Такие акции, рассказывают инспекторы, повышают престиж их профессии. Полицейские таким образом показывают автолюбителям, что могут не только их наказывать, но и хвалить. Валерий – водитель с большим стажем. В этом году на дорогах он был не очень послушным. Однажды проехал на красный, но штраф уже оплатил. Говорит, что ездить по городу в канун Нового года – настоящая пытка, сплошные пробки. Ну, водить сложно, потому что очень много машин. И попадаются и хамы, которые, не включая повороты, обгоняют. А так, в общем, все нормально. Что вы пожелаете водителям на будущий год? Не пить за рулем. Если для рядовых граждан наступают долгожданные каникулы, у дорожных полицейских впереди неделя плотной работы. А сотрудники госавтоинспекции несут службу ежедневно. И, конечно же, в дни новогодних и рождественских праздников мы также усиливаем наше внимание к тем водителям, которые употребляют алкоголь и в таком состоянии садятся за руль. Так, массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей у нас пройдут 30 декабря. Еще одна массовая проверка запланирована на 6 января. Со 2 по 7 число на городских улицах дорожные полицейские будут проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.